Как делишки, ребятишки? С вами снова Эдисон, и сегодня вместе с Жекой в очередной раз мы продолжим прятаться друг от друга в Майнкрафте. Ребята, всем привет и большое вам спасибо за вашу активность под нашей предыдущей серией троллинга прятки. Только благодаря вам мы снимаем эту серию. Поэтому, ребята, ставьте огромный поздравляю прямо сейчас на вот этот видос, если хотите больше серии с троллингом и прятками. Чем больше лайков наберем, тем больше серий будет выходить. Жека, мне прям интересно, что ты там не делаешь, а? Приятно, конечно, приятно, Жека, но... А, тебе приятно? Хорошо, садись. Садись, ладно, давай. Давай. Не, по-другому, конечно, было, из расчуга проклятый. Всё, давай, я пошел, короче, пока на всё простого, давай, пока. Ну, давай. Ну что, ребята, добро пожаловать в новую серию троллинг-пряток. Кто не знает, то я, ребята, заболел, начиная со вчерашней серии. У меня прям сейчас охренеть какая температура. Я еле сижу, но все же мы с Жекой записываем прямо сейчас видос. Поэтому, ребята, извиняюсь, если я буду с каким-то дурацким голосом на видосе, если я буду плохо выглядеть, ребята. Я все же болею, у меня температура под 40, но все же я записываю для вас видос. Поэтому, ребята, не обижайтесь, я буду стараться и буду делать все, что в моих силах. Что я буду делать в этой серии? Ничего особенного, просто будет больница в связи с тем, то, что я заболел, я скажу: Жека, ты меня, паскуда, своими шуточками прям в могилу загонишь. И в этой серии Жека будет стараться меня найти, вызволить меня, высвободить меня из этого мира болезни. Не знаю, что я сейчас сказал. Ну да ладно, я уже придумал нычку, где я буду прятаться. Надеюсь, то, что Жека меня сможет найти. Я пока вам ничего не буду рассказывать, дабы сохранить интрижку. Да. Сами увидите все, как тут будет происходить. А сейчас давайте, ребята, отправимся к Жеке на карту. Мне прям интересно, что он там настроил, какие-то волны. Вулканы, маяки, гигантские криперы, дома, ледяные глыбы. Ладно, давайте отправимся, посмотрим, что он там построил. Надеюсь, что я быстренько его смогу найти. И потом вернемся ко мне на карту. Да. Ну что, Жека, я топаю, да? Тупо тебя искать. Да? А, да, Эдисон. Блин, я надеюсь, ты мне на этот раз найдешь не так быстро, как в предыдущей серии, потому что в предыдущей серии это не очень быстро. Да, ну сейчас посмотрим. Что тут за вулканы ты достроил? У меня такой вопрос, а? Это гора. Гора, да? Помпей. Ладно. А ты тут, Жека, вот подскажи. Ты тут? Ты в горе? Да, я булькую, видишь, в горе. Так, я спанпой не поставил, поэтому это очень плохо. Ладно, я тут поставлю. Сейчас переставлю. Так, Жека, это не ты. Это не ты, я думал уже ты... Так, Жека, если ты где-то в лаве спрятался, я тебя убью, честное слово. Потому что это нечестно, Жека. Кто знает. Почему нечестно? Ну, в смысле, как бы я тебя даже не замечу тогда, получается. Ну, ты что, один раз уже меня заметил? В лаве? Да. Ну, там ты получше, там ты похуже, точнее, спрятался. Тут ты, может, учел свои ошибки, поэтому такое больше не повторится. Так. Ну, я надеюсь, что не найдешь, и тебя в лаве купаюсь. Да, ну, может быть. Да. Так, Жека, сейчас я тебя найду, не переживай, Жека, сейчас все... Ой, настроил тут хренотень всякое. Ладно, так, в домишке есть кто-то? В домишке есть кто-то, Жека? Да, там я сижу. Нет, это не ты. Это ты, Жек? Нет, это тоже не ты. Я еще найду, Жек, не переживай. А что ты спаунпоинт ставишь, я не помню, что ты спаунпоинт ставишь? Ну, я на улице ставлю, потому что я не... Вот, я на улице тут поставлю, смотри, вот видишь меня? Вот тут я ставлю спаунпоинт, смотри. Вот тут. Видел, где я поставил его? Нет, тебя не вижу. Ну вот я тут, смотри, Жек, я вот тут его поставил, вот тут. Видишь, на улице вот тут стою, и вот тут его поставил. Не, я ничего не вижу. Не. Подожди, а тебя что, NPC не убивают, что ли? Убивают, ну просто они там застряют в одном блоке, потому что ты их так поставил, и... Вот, да? Вот. Ну ладно, это хорошо. Это очень даже хорошо. А чё хорошего? Чё хорошего? Ничего хорошего, Жека, ничего хорошего. Так, ладно. А может быть, ты ударил меня, а я просто не умер? Не, я его просто очень долго бил, и он не умирал, ты бы уже давно умер, мне кажется. Так, Жека, признавайся. Может, нет? Да мне посрать вообще. Ой, что-то много кристаллов. Ай, ладно, сейчас, Жека, все будет, сейчас будет. Сейчас, подожди. Тебя Кристина убила, Кристина. Кристина, ну сейчас, подожди, вот там наверху в маяке, да, ты наверху в маяке. Подожди, я сейчас приду, Жека, и закошу тебя. Вот ты, да? Да. Вот ты, Жека, да? Ладно. Опять Кристина какая-то жестокая. Так, значит, Жека, мне кажется... Ой, если я покажу... Ой, по спину, да. Сейчас все будет, Жека, сейчас. Так. Жека, я тебя не хочу расстраивать, но я... А, нет, все, залез. Так! Так.
Это не ты. Так, искусственный интеллект, так Игорь говорит. Искусство... Да, да, давай, проверяй искусственный интеллект, проверяй. Что-то странно, что-то там странное творится с этими криперами. Я пока посплю, да, я посплю. Да, 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 тут ты спи, Ройка, ты спи. Так, что-то странное, сейчас, сейчас. Ты там поспи, Жек, я тебя позову потом, когда найду, хорошо? Хорошо, давай. Да, 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 можешь уходить, Жека, можешь уходить. Так. Да, ну ладно, хорошо, пошел, давай. Да, 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 можешь уходить. Да, 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 давай, давай. Да, хорошо, хорошо, Жека. Так, вот, вот мне, вот, да. Прям, знаешь, почему-то мне так кажется, Жека, что ты тростнике. Да, ну посмотри. Ах ты, зараза, я думал, это ты и был. Ладно, что, Жека, если ты где-то спрятался там за картой, где-то там, я тебя просто убил, Жека. Не ты, оказывается. Так, в тростнике, да, значит, Жека? Нет, ты не в тростнике, я тебя спалил, Жека, ты не в тростнике. Ой, да что ты говоришь? Да, я тебя спалил, знаешь как? Ах, ты ж сломал тростник, ты, как тебе не стыдно? Не, я даже этих НПСов бить не могу, Жека, которые в воде, так что... Ты смотри, ты там не в гейм-моде один? Кто знает, ты да, кто знает? Да, капут, так нечестно как бы, Жека, понимаешь? Стал гейм-мод один, еще что-то горит, а? Ну ладно. Так, Жека! Ты у нас... Ну, давай. Ты у нас не снеговик. Да? Ну. Или снеговик? Кто его знает, Эдисон? Кто его знает? Что это за дебил? Что это за дебил тут бегает? Спалил, как у тебя? Иди сюда, иди сюда. Нет. Зарядку делал? Да, ходит, опускает, руки поднимает, по сторонам раздвигает, такой вверх и вниз. Я такой думаю, ни хрена себе снеговик прям зарядку делает, смотри, как сейчас. Ну все, давай, короче, иди, прячься. О, ладно, это... ладно, Жек, ладно. Не подсматривать, развернись, понял? Да, хорошо, а ты ник-то свой скрой. Вот оно что. Ну ладно, разверни, Жека, не подсматривай даже, не подсматривай. Ну что, Эдисон, что ты, о, господь побил. Ну вот, я спрятался, Жека, все нормально, ищи меня, давай, Жека, я тут буду ждать тебя. Давай. Ты там, главное, не умирай. Да, не, все нормально. Жека, ты попал на карту, где больница, понимаешь, больница, я сейчас заболел. Ты там доживешь. Да, я живу, потому что твои шуточки меня до гроба, Жека, просто в гроб меня угонят. О, тут гроб есть. Да. Ой, я упал. Куда ты упал, нет? Так нечестно. Упал. Я упал в могилу. Ладно, давай ищи. Ищи меня, Жека. Спаунпоинт поставлю. Какой спаунпоинт? Ребята, ставьте лайки, чтобы Эдисон, на карте твоей. Чтобы Эдисон, короче, вылечился, точнее, чтобы сдох. Ну, ставьте лайки. Видите? Я с ним больше не буду записывать, ребята. Делайте что угодно, я с ним не буду записывать. Как он меня любит, да? Горит, чтобы я сдох. Спасибо. Ой, блин, капец, я тут понастроил, конечно. Да, давай, Жека, ищи меня. Ищи меня, давай, поищи, ищи подсказочки. Пора зайти в больницу. В больницу, ладно. Какие подсказочки? Вот увидишь подсказочку, поймешь, что это за подсказочка. Поэтому давай, Жека, давай. А почему в больнице что-то какая-то не... О. В смысле? Ага. Я нашел лук. Какой лук? Ага, то есть... Тебе должен как-то... Опа, здрасте. Да ищи подсказочки, ты еще броньку найдешь, найдешь меч и найдешь финального босса, Жека. Какого нафиг финального босса? Ну это вот. Не троллинг, это троллинг прятки, дебил. В смысле, будет финальный босс, как бы, поэтому тебе бронька, луки нужен. Какой нахрен финальный босс? Давай, Жека, ищи, я тебя подожду, если чё. Давай, поищи меня. Так, ну хорошо, раз лук мне дали, я попробую подстрелить этих вот... Ой, да. Ты там постреляй, да, Жека, да, постреляй. Да. Это был ты, в смысле? Постреляй, меня... Жека. Ты стреляешь. Да, Эдисон, это был ты. В смысле? Где я? Гордюк, иди сюда. Где я, иди Жека? Сюда, в смысле, алло? А, это не ты? Ты что, дурак нафиг? Нет, в смысле? Куда ты, подожди, куда ты вообще стрелял, еще не могу понять.
Я по летучей мыши стрелял, это был ты. А, ну да. Ну попробуй еще раз меня ударить. Может, это я был, ну, не знаю, попробуй. Так ты куда-то упал. Да, 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 конечно. Ладно же, мне как бы по барабану, где ты меня вообще ищешь, ничего не хочешь, так. Я тут поезжу. Нет, Эдисон, это был ты, я уверен, потому что там звук такой был. Да, 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 да. Это был я, и как видишь, я тебя убиваю с одного удара, да. Да нет, это не ты меня убил с одного удара. Ну, может, потому что это не я был, Жека, а? Это был ты, это да, был да, ты, Эдисон. Да. Я превратился прямо, знаешь, в НПС, который убивает тебя с одного удара. Которого зовут Вирл, да? Нет, ты меня убил не ты, меня убил какая-то левая летучая мышь, а ты был летучей мышью. Так, это тоже не ты. А может быть это ты? А ну иди сюда, говно! А ну иди сюда! Да! Ой, паскуда, ты паскуда! Ой, ходит там что-то, стреляет куда-то непонятно куда. О, Жека, дебил, дебил. Ты-то взял, пролетел мимо меня, откуда будет чё? Да, да, да. Ты понял, да, в чём прикол? Ты понял, что тебя спалило, когда луком стреляешь по, ну, не по-настоящему человеку, там такой звук тинь! Да? А по НПСам какой? Да. А по НПСам типа обычный, ну как просто выстрелил по мобу. Я, ну ладно. А когда по человеку там такой пинь! Ну ладно, ой, я буду знать. Ну что мистер летучая мышь? Что за мистер летучая мышь? Ничего, ничего, ничего. Пошли, пошли, садись, Жек, это мое место, это мое место. Давай. Ну что, ребята, ставьте огромный палец вверх прямо сейчас на вот этот видос, если хотите больше серий с троллингом. Ну, мне не понравилось, что мы так друг друга быстро нашли, конечно, Жека, да? Ну ладно, ладно, ладно. Эдисон у нас просто профессиональная летучая мышь, профессионально. Да, да, да. Ну, в следующей серии исправим свои ошибки, потом, ребята, еще раз скажу. Ставьте огромный палец вверх, и Жиндос, хочешь что-то сказать или нет? Я лучник, до свидания. Да. Ну, он хотел сказать, типа, оставляйте свои комментарии, пиши, ну, ладно, слишком тупой. Поэтому, ребята, все, ты мне больше не нужен. Ребята, спасибо большое за просмотр, всем удачи. Уходи отсюда. Уходи. Все, пока. Пока, ребята, всем пока.